Just to show you that the idea of Luke being Jewish and not Gentile is not only my idea. И идея та, что Лука еврей, не язычник, это не только моя идея. A lot of the information that I've given you today. И много той информации, которую я делюсь с вами сегодня по этой теме. Was written by a man called Thomas McCall. Был написано это Томас Макколом. He is a doctor of theology. Он доктор теологии. And a very respected teacher. Очень уважаемый учитель. In Old Testament studies. В области Ветхого Завета. Semitic languages. И также семитских языков. And the Old Testament scriptures. И ветхозаветных писаний. Okay. So I'm not just fucking it out. Можно сказать, я не высосал это с пальца. What we learn and what we know is the sum of everything that we have read or heard. И то, что мы знаем, это как результат того, что мы услышали где-то. Plus revelation. И плюс еще откровение от Духа Святого. Okay. The last one being for me the most important. И если взять последнее откровение Духа Святого, это самое важное для меня. In everything we do, we need the inspiration Все, of the Holy Spirit. Что мы не делаем, во всем мы нуждаемся в откровении от Духа Святого. As we read his scripture, he is ready to reveal things to us. И когда мы читаем Писание, он готов нам открывать что-то новое. The question is, are we ready to receive that revelation? Так, а вопрос такой, готовы ли мы принять это откровение? Sometimes that revelation will go against every idea that we ever had. Иногда это откровение противоречит всякой идее, которая всякому нашему пониманию. And then we need to rest on scripture. И в таких случаях нам нужно просто положиться на Писание, покоиться Not в Писании. On tradition, не на традициях. Not on what people think, и не на том, что люди думают. Not on what I tell you, даже не на том, что я вам говорю. But what you see agrees with scripture. Но то, что соответствует Писанию. I think that's one of the most important lessons that we can ever learn. Я думаю, это один из самых важных уроков, которые мы можем узнать. That we study scripture. То, что мы изучаем Писание. That we learn the word. И мы изучаем, учимся слову. But that we allow God's revelation to speak into our hearts. И позволяем ли мы откровению этому проникнуть в наше сердце? As we go through the Gospel of Luke together. И когда мы вместе изучаем это Писание от Луки, Евангелие от Луки. Then I will be emphasizing certain parts. То я бы хотел бы сделать особый акцент на некоторых отрывках. As I said, I want to emphasize those parts which show us that that Luke's gospel is based very much in a Jewish thought world. Особенно на тех отрывках, которые очень нам покажут еврейскую мысль, еврейский мир. One of the most difficult things for myself has been to put aside a lot of things that I have been told. Для меня это очень трудно, потому что нужно в сторону отставить многое. Что мне когда-то говорили. And a lot of traditions и многие традиции, которые существуют. Let's say Christian background. Можно сказать, те традиции, которые существуют в христианском мире. And to learn to look at scripture a different way. И учиться Писанию вообще с другой точки зрения. To get back to the roots. Для того, чтобы возвратиться к корням. There is a great deal of evidence, I believe. И есть очень много доказательств. That the great deal of the New Testament что большая часть Нового Завета was probably written originally either in Aramaic or Hebrew. Что первоначально он был написан либо на арамейском, либо на иврите. And then translated. А затем переведен. Unfortunately, we have no physical proof. К сожалению, у нас нет доказательств таких физических этому. I believe that is because the church itself became very quickly a Gentile type church. И верю, это произошло из-за того, что церковь очень быстро переросла в языческую церковь, в языческий тип церкви. And there were much more, there was a much greater need, let's say, for written
articles or written letters or teaching in either the Greek language or another Gentile language. И возникла необходимость перевести и записать Новый Завет, Евангелие, задокументировать на греческом языке или на других языках из других народов. That the original manuscripts, which were in my feeling were possibly written in Hebrew. Так что первоначальные манускрипты, по моему мнению, были записаны на иврите. Have been lost. И они были утеряны. Now I'm hoping and praying that one day somewhere someone will find. И надеюсь, молюсь, что в какой-то день кто-то когда-то найдет их. Some real concrete evidence for this. Некоторые такие очевидные доказательства. But okay, let's progress. Давайте дальше пойдем. Luke begins his gospel by who he is writing to. Во-первых, Лука начинает Евангелие с адресата, кому обращается. This was obviously a Gentile person. Направлено Евангелие. Очевидно, что это был не еврей. His name was Theophilos. Которого звали Феофил. His name means lover of God. Или означает тот, кто любит Бога. Nice name to have. Очень хорошее имя. Names are important in Scripture. И имена важны в Писании. Your name is important. И ваше имя важно. He writes to him as your excellency. И он обращается к нему. Which verse? Достопочтенный. Verse 1. Достопочтенный Феофил. Yeah. The assumption is that he was probably some upper class Greek. И такое предположение можно сделать, что Феофил относился к высшим слоям греческого общества. For who Luke wrote this book, the Gospel of Luke and the Book of Acts. И потому это Евангелие, Луки и книга Деяний была написана к Феофилу. We see in Acts 1:1 exactly the same way of addressing this man. Потому что таким же образом обращается Лука к Феофилу в книге Деяний. And his purpose here is to set down, as he says, a concise account of all things that happened. Цель написания Евангелия от Луки — это составить повествование о совершенно известных между нами событиях. And that is exactly what Luke does. Это так Лука и сделал. He starts by saying many have undertaken to draw up an account of the things that have been seen and fulfilled among us. Составить летопись всех событий, известных между нами. As they were given to us by those who witnessed them in the first place. Как передали нам то бывшее с самого начала очевидцы. And he goes on to explain that he carefully investigated everything. И затем дальше говорит, что он все исследовал тщательно. And he sets them down in chronological order. И записывал это все в хронологическом порядке. The Gospel of Luke is the only one that actually runs chronologically. Евангелие от Луки — единственное Евангелие, которое записано хронологически. This is why many people have problems with the Gospels, because they're not always in chronological order. Поэтому у многих людей возникают проблемы с Евангелиями, так как остальные Евангелия не хронологично записаны. I think it's like everybody who's writing an account of something. Это как в случае с каждым человеком, нужно записать какую-то историю. They will tend to remember things and they will write them down. Они как вспомнили что-то, записали. But they're not necessarily in chronological order. Но это не было обязательно хронологически. But because of who Luke was, и из-за того, что кем был Лука, кем он являлся, we can assume that he was a well-educated man. Он был очень хорошо образованным человеком. And a good writer. И хорошим писателем. And he sets things down in concise order. И очень все точно, ясно он записывал. Now Luke begins by giving us a history lesson. И Лука начинает с того, что дает нам урок истории. And points out a number of things. И несколько таких фактов упоминает. Okay, we jump now to verse 5, where he talks about Herod. Во-первых, в пятом стихе он упоминает об Ироде. Herod the Great. Ирод Великий. He founded the Herodian dynasty. Он из Дни Ирода, царя иудейского. Okay. He founded the Herodian dynasty, which ruled the land of Israel and surroundings from 37 BCE until the war with Rome in 66-70. Династия Иродова
правила с 37 года по 37 года until 66, between the years 66 and 70 CE. BC and CE. Yeah. 37 лет до нашей эры началась эта династия и закончилась в 70-м нашей эры. Okay. Herod himself was a man of great physical energy and ambition. И у Ирод сам человек был амбициозный, много энергии в нем было. Though technically Jewish by birth, since his family was from the Edomians or Edomites, he was technically Jewish by birth. Можно сказать, что технически он был евреем. Neither his religious behavior nor his ethics reflected anything of Judaism. Потому что он был из идумеев, но в жизни, как бы, образ жизни его не был еврейским. To his merit, he did, however, reconstruct and enlarge the second temple. И что он сделал? Реконструировал, расширил храм. Which had been begun under Zerubbabel. Again. Which had been started under Zerubbabel. Который второй храм, который начал строить или построил Зарававель. His story you will find in the book of the prophets Haggai. Ту историю мы можем прочитать в книге пророка Агея. Apparently it was an extremely beautiful building. Вполне вероятно, что тот храм был очень красивым. The Talmudic rabbis. И как раввины Талмуда говорят. One who has not seen Herod's temple has never seen a beautiful building. Тот, кто не видел никогда храм Ирода, никогда не видел красивого здания. But it was built by a sinful king. И храм был построен грешным царем. And it was partly as a sort of atonement for all of the killing that he had done. Можно сказать, это такое искупление, попытка искупить все те грехи, все убийства, которые совершил царь. So Luke is an historian. Поэтому Лука историк, является историком. And he's placing the events that take place in history. И он упоминает все эти события исторические. This is important. Это важно. Because it helps us to it helps also to give definition to the things that we believe in. Так как это и нам поможет определить некоторые моменты, во что мы верим. It helps us also to place them in a time frame. И нам поможет все расставить по годам, по полочкам временным. When we are studying scripture, когда мы изучаем Писание, we need also to understand the time frame in which things took place. Нужно также понимать вообще, какое время происходило то или иное событие. Yeah. What were the conditions at that particular time? Какие условия существовали в какое-то время? How did people think? Как люди думали? Because if we look at scripture with our own time frame. Так как если мы с нашим образом мышления современным подойдем к Писанию. The time frame in which we now live. С точки зрения нашего современного времени. With the understanding that we now have. И с тем пониманием, которое у нас есть сейчас. We will not understand scripture as we should. Мы не поймем Писание так, как нужно. Because we will begin to interpret things in our own think patterns. Так как начнем все интерпретировать, объяснять так, как мы думаем или как наше мировоззрение устроено. This is important. Это важно. Please understand. И поймите это. Зарубите это. Do not interpret scripture in your own time frame. Не интерпретируйте Писание с вашей точки зрения, с точки зрения, как вы живете сейчас. Okay. He then goes on. Затем Лука продолжает дальше. His statement is here short. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник Исаевой череды именем Захария. Okay, let's get an understanding of priesthood. Давайте теперь немного уделим внимание священству.
we're looking at the elements in the scripture here which define to us the Judaic point of view that we need to have. Здесь ми розглядаємо деякі моменти такі іудейські, які є в цьому Євангелії. Sorry. The problem with translations is that we translate words into context that we understand. Часто такой перевод проблема, которая возникает вообще с переводом, что мы переводим в том контексте, который мы знаем. Okay. Now, in Hebrew, the word is kohen. И на иврите это слово священник коген. Mm-hmm. In plural, it's kohenim. В множественном коганим. Yeah. We translate that in our scriptures as the word priest. И в наших писаниях, в наших библиях перевели это слово как священник. I'm not sure how it's translated in your Russian Bible. И в русском переводе так же самое, в английском тоже священник. But okay, you hear the word priest. И слышите вы это слово священник. What do you think of? То о чём вы сразу думаете, какой образ, ассоциация возникает? Exactly. Точно. Yeah. Православная церковь. You are not thinking in the way that the scripture is thinking. И вы не думаете так, как Писание думает, или какая логика Писания, у вас другая логика. When I was a little bit younger, когда я был немного младше, my mother used to take me to church. То моя мама водила меня в церковь. I went to an Anglican church. Мы ходили в то время в англиканскую церковь. And there is a story told. It's not my story, but there's a story told of another young boy who also was taken to church by his mother. И есть такая история, которая рассказывает, что был другой мальчик маленький, которого тоже водили в церковь. When I went to church with my brother. И когда я ходил в церковь с моим братом. Who has a brother here? У кого здесь есть брат? Mm-hmm. You have a good relationship with your brother. У вас хорошие отношения с вашим братом. Somebody's a little bit like this. That was my relationship with my brother. Like what? Вот такие отношения у меня тоже были с моим братом. Так себе. We were very often arguing. Часто спорили друг с другом, ругались. And playfully fighting. И можно сказать так, игриво дрались. But when we went to church, но когда мы приходили в церковь, we would come to the door of the church. Мы приходили к двери церкви. And we would be following my mother. И шли за нашей мамой обычно. And my mother would turn around. И наша мама поворачивалась. Shh, we're going into church. Тихо, мы в церковь идем. But that was always a feeling that you had. Всегда было такое чувство у нас. And I think it's a wrong feeling. Я думаю, что это неправильное чувство. God wants us to rejoice and be with Him. В то время как Бог хочет, чтобы мы радовались и были вместе. But okay, let's go to this other story. И возвратимся к той из нашей истории. The idea is, what is our picture when we hear words? И идея какова? Что возникает в нашем разуме? Какая картинка, когда мы слышим какое-то слово? Okay, this little boy went to church. И тот маленький мальчик тоже пошёл в церковь. And they had some singing. И они пели там. Very liturgical. Все как бы сплошная литургия. And some prayers. Некоторые молитвы. And then the priest stood up to give the message. И затем поднялся священник, чтобы проповедовать. And when I was a little boy. И когда я был маленьким мальчиком. The priests were always clothed in black robes. То всегда священник был одет в чёрную одежду. Very long. Длинная. Always black. Длинное чёрное одеяние. And they had maybe a little piece of white here. И кусочек маленький такой проблеск белого здесь. So the priest stood up. Поэтому священник поднимался. And he said, "Good morning, everybody." И он говорил: "Доброе утро всем." And the little boy said. И маленький мальчик сказал. What's Batman doing in the church? Что Бэтмен в церкви делает? Okay. The concept. Концепция такая. Yeah? You get my meaning. Ну вы поняли, что я имею в виду. We need to relearn some things.
We need to relearn something. Нам нужно чего-то снова переучиваться, переучивать. When we come against this piece of Kohen. И когда мы находим такое слово тоже Kohen. Are you okay? С вами все в порядке? Okay. When we come across this word. Когда нам встречается это слово Kohen. When we see it in our own translations. Когда в наших переводах мы видим. It seems to invoke a different picture than we should have. То вообще у нас другой образ возникает, другая картина, а не тот, который должен быть. This is also because the Jewish priesthood has been dormant for so many years now. И еще одна причина, почему? Потому что многие годы священство еврейское, оно как утихло, оно замерло, как уснуло на многие годы. But when Yeshua was alive, но когда Иешуа был жив, the temple was still there. И храм еще существовал. And Judaism without a priesthood was unimaginable. И иудаизм без священства это вообще было что-то невероятное. The task of the priest. И задача священника. Like that of the prophet. Как и пророка. Is to serve as a spokesman and mediator between God and man. Служить оракулом, служить тот, кто будет говорить, и также быть посредником между Богом и человеком. Okay, I'm trying to paint for you a picture. Я хочу для вас такую картину создать. Of how we should understand. Того, как нам следует это понимать. When the word is used here, what does that mean? Когда если используется слово, что оно означает это здесь, в этом контексте? The task of a priest, like that of a prophet, is to serve as spokesman and mediator between God and man. И задача священника, как и пророка, быть посредником между Богом и человеком, также быть оракулом. The prophet speaks to man on behalf of God. Пророк обращается к народу от имени Бога. The priest to God on behalf of man. А священник обращается к Богу от имени народа. Okay, that's a little definition for you. Это небольшие такие определения для вас. They were serving in a temple. Those who were serving in a temple were serving as descendants of Moshe's brother Aharon. И те, кто служили в храме, это потомки Аарона, брата Моисея. In terms of a practical job description. И в отношении вообще практичных моментов их задания, их работы, что они делали. Their primary duty was to offer sacrifice on the altar. Основная их задача в том, чтобы приносить жертвоприношение на алтарь. Okay. This was a continual testimony to the people of Israel that God's penalty for sin is death. Это было постоянное свидетельство от Бога для еврейского народа о том, что он прощает грехи их, освобождает от наказания за грех. In the scripture, in the renewed covenant scripture, when I say renewed covenant scripture, I always mean the New Testament, as you. И в обновленном завете, что я подразумеваю, Новый Завет. I prefer that terminology. Мне больше нравится такое название, обновленный завет, yeah? А не Новый Завет. It gives me a nicer picture. Лучше это тоже образ тогда лучше появляется. Okay, in the new covenant scriptures. We find in the book of Hebrews, we call the book of Hebrews. В книге послания евреям, в Новом Завете, обновленном Завете. 10:3. Глава 10, стих 3. That these sacrifices are a reminder of sin year after year. Там такие слова записаны, что эти жертвоприношения постоянно напоминали о грехе год за годом. Okay. So this was part of what a priest would be doing. Поэтому всё это было частью того, чем занимались священники. Now, the concept of priesthood in today's Judaism has been minimized. И концепция священников или священничества в современном иудаизме минимизирована. Yeah. The idea of sacrifices has been minimized. То же самое по поводу идеи жертвоприношения, тоже сведено всё к минимуму. And yet it would need to be a key example to each one. Однако это должно стать ключом, примером для каждого из них. Okay. In Hebrews again, in Hebrews 9:22.
И евреям 9:22. It says, in fact, according to Torah, almost everything is purified with blood. Там говорится, что в соответствии с Торой, в соответствии с законом, все очищается кровью. Indeed, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. И без пролития крови нет прощения грехов. This is an important concept in one small sentence actually here. Это очень важная концепция, и здесь только это все уложено в одном предложении. In здесь. The Gospel of Luke, а если взять Евангелие от Луки, Luke is trying to communicate to us an important aspect that we need to understand. Лука также пытается донести до нас вот эту важную концепцию. Now we miss it. И мы это пропускаем, это упускаем. Because we no longer understand things in the time frame in which they were written. Потому что больше у нас мышление не похоже на то, что было раньше, а все у нас современное мышление. Okay. Now, if we would be able to go back. Если бы мы смогли возвратиться обратно в прошлое по времени. And we were living in that time. Если бы мы жили в то время. When Luke would have said this. В то время, когда Лука сказал эти слова. Or written this. Или написал. Then everybody would have had this picture. То сразу бы у всех возникла такая картина, этот образ. When we speak. И когда мы говорим. We use words. Мы используем слова. But words produce pictures in our mind. Мы говорим слова, а слова в свою очередь как бы приводят к тому, что у нас образы возникают. That's what картинки I tried в разуме. That's what I tried to demonstrate to you just now. И то, что я продемонстрировал вам только you что. Hear the word priest, вы слышите слово священник. And immediately there's a picture in your mind. И сразу же такой образ, такая картинка появляется. In the mind of that young boy. И в разуме этого маленького мальчика. It was Batman. Для него это Бэтмен. Okay. But you have a picture in your mind. И у вас тоже образ, образы. We need to get a right picture when we're looking at scripture. И нам тоже нужно правильные образы, когда мы читаем Писание. Now, this first part that I'm going through now will take us some time. И это первая часть, которую мы сейчас проходим. Нам понадобится некоторое время на это, уделить много времени. When we continue, it will go a little quicker. А по мере того, как будем идти дальше, то скорость The reason for this увеличится. Почему так происходит? That I want us to understand certain things as we continue. Так как я хочу, чтобы мы некоторые моменты поняли. That when we use certain words, что когда мы используем некоторые слова, that this will instantly create a picture in your mind. Внезапно, сразу же момент, это приводит к тому, что у вас картинка появляется в разуме. And hopefully a good picture. И надеюсь, что это хороший образ. Yeah. So that we will be able to understand. Для того, чтобы мы смогли понять. Okay. The job of the priest. И задача священника. Is to bring sacrifice. Задача священника приносить жертвы. And to bring things before God. И приносить это перед Богом. To speak on behalf of man. И говорить, обращаться от имени человека. Okay. We're looking at the tasks that are involved. И мы сейчас тоже рассмотрим все то задание, которое возлагалось на них. Okay. This concept that there is a need for a sacrifice. И концепция эта, что существует нужда, необходимость в жертвоприношениях. No longer exists. Больше этого понятия нет, не существует в современном мире. It's a basic principle. А это основополагающий принцип. That we need to understand. Который нужно понять. If I do not understand that what Yeshua did on the cross was a sacrifice for my sin. Если я не понимаю, что то, что Иисус сделал на кресте, это жертвоприношение за мой грех. Then all the rest has no meaning. То все остальное не имеет никакого значения. It's a very serious thing. Это очень серьезно все. He gave his life. Он отдает свою жизнь. For mine. За мою. So that I could live. Для того, чтобы я мог жить. And it is only through his grace. И что это все только благодаря его благодати. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Без пролития крови нету прощения грехов. No matter how good you live. Независимо от того, насколько ты хороший человек,
или же что ты делаешь. And this is what has crept into modern society. И вот что появилось в современном обществе. If I'm good enough, если я хороший человек, if I do the right things, если я делаю хорошие поступки, then everything will be okay. То тогда все будет хорошо. Without the shedding of blood, но без пролития крови there is no forgiveness нет прощения грехов. Okay, I'm not going to preach the gospel to you this morning. Ну, в это утро не буду проповедовать Евангелие вам. But we need to get our thinking straight, please. Вообще надо наше мышление все выровнять, оно искривлено. Paul said, "Let your minds be renewed." Павел говорит, пускай ваш ум обновляется. So that you would understand. Чтобы вы смогли понять. What is sacrifice? Что такое жертва? Что такое жертвоприношение? I'll tell you a few funny stories in between. Я буквально несколько историй таких интересных буду рассказывать по мере. Not too many because we need the time. Не очень много в то же время, потому что время. Но один человек рассказал мне очень смешную историю. To emphasize sacrifice. Для того, чтобы проиллюстрировать жертвоприношение. We're in the farmyard. А? We're in the farmyard. Представим себе ферму. It's early morning. Рано утром. The farmer has stood up in the morning. Фермер поднимается рано утром. And he's gone to milk the cows. И собирается доить коров. And suddenly his wife opens the door of the farmhouse. И, конечно, его жена открывает двери дома. And she shouts across to him. И кричит к нему. What would you like for breakfast? Спрашивает, что ты хочешь на завтрак? And he says. И он говорит. Some bacon and eggs would be nice. Ну, давай пожарь яйца со шкварками. He wasn't Jewish. Он не был евреем. And in the barn. И в этом сарае. You have the pig and the chicken. Там находится свинья и находится курица. Курицы, куры. Yeah, the pig and the chicken. Свинья и куры. And they're having a chat. И свинья и куры общаются друг с другом. And the pig turns to the chicken. А, этот курица одна. И свинья поворачивается к курице. And he says, "Did you hear what the farmer said?" И спрашивает, ты слышала, что сказал фермер? And the chicken says. А курица говорит. No problem. Без проблем. I have lots of eggs. У меня много яиц. But the pig says. Но свинья говорит. It's all right for you. А? It's all right for you. Да, для тебя хорошо. What you're doing is only an offer. Ah, but it's in English. It's like. Yeah. То, что ты делаешь, это ты как бы ты приношение делаешь, ты отдаешь как бы твоя отдача. For me, it's a sacrifice. А для меня это жертвоприношение. Okay. Для тебя это приношение, для меня это жертвоприношение. Yeah, in English, it's a little bit of a play on words. Это как игра слов. It worked. So, are we offering or are we sacrificing? Поэтому буду ли я делать приношение, либо буду делать жертвоприношение? Вопрос такой. A sacrifice is a shedding of blood. Потому что жертвоприношение это пролитие крови. Okay. The idea that modern man has evolved past the kind of primitive things, that kind of primitive thing. Есть такая идея, возникла идея, что современный человек как бы уже перешел степень примитивности. Is what is the most thinking in the world today. И это такое преобладающее мышление в современном мире. But we need to understand. А нам нужно понять. That when Scripture talks about these things. Когда Писание говорит об этом. That we have the right picture. Чтобы у нас был правильный образ. In English translation, it talks about offerings and sacrifice. В английском переводе говорится о приношениях и жертвоприношениях. Yeah. There is a difference in those two things. И есть разница, существует разница между первым и вторым. And we need to go back into that picture. И снова нужно возвратиться к этому образу. Okay. Today Judaism says that there can be something else in place of that sacrifice. В наши дни иудаизм говорит, что есть что-то другое, замещающее весь этот процесс, все эти жертвы. Yeah. But the rule is still there. God has not changed. Но правило все остается тем же самым. Бог не изменился. Okay. There is
in Judaism, but I don't think we have time to go into that. In the Judaic liturgy. Есть в иудейской литургии. There is the untanef tochef. Есть такое. Untanef tochef. It's a part of the prayer book. Это часть молитвенника. And it talks about a Yom Kippur. Где говорится о Йом Кипуре. The Day of Atonement. Дне искупления. And it paints a terrifying picture of sin. И там описана ужасная картина греха. And how God wants needs to judge it. И то, как Бог следует судить его. And how on that day there is a day when you can atone for your sin. И что есть один день, когда ты можешь искупить грех. But the only atonement. Единственное искупление. Is the one that needs a sacrifice. То it needs blood. То искупление, где есть жертвоприношение, где есть кровь. As I said, this prayer paints a terrifying picture and of how gravely God views sin. И как я сказал, что в той молитве очень такое сильное описание того, как Бог ненавидит грех. It tells us about that day of judgment. И там описывается день искупления. And there will be a final day of judgment. День искупления, день суда, и когда будет последний день суда. And the only thing that will be of importance then is where have we placed our trust? И единственный вопрос, который тогда возникнет в последний день суда, на что мы полагались, в кого мы верили, на кого мы доверяли. Okay. As we look at scripture, the whole book of Revelation. И когда мы читаем Писание, все Писание, также книгу Откровения. It's talking about that last day of judgment. Где говорится о последнем дне суда. And over in the Tanakh, it's called in the Hebrew Yom Yahweh. И часто, постоянно, если на иврите взять, называется это день Йом Яхве. The day of Adonai. День Адоная. Okay. This is leading us to understand that all of this is rooted in what is referred to as Judaism. Поэтому мы видим и понимаем, что все это укоренено в иудаизме. And we have tended to change some of these things to suit our own society and to suit our own ways. И часто у нас такая тенденция была, чтобы все изменить, поменять, чтобы приспособить к нашему обществу, нашей культуре. And in that process, и в этом процессе, и перемены, we are also quickly losing the Jewish roots of our belief. Также быстро мы утеряли еврейские корни нашей веры. We can see also that all of the events that we are in Scripture are arrayed in relationship to the Jewish calendar. И также мы из Писания видим все события, которые происходят, крутятся, взаимосвязаны, крутятся вокруг еврейского календаря. Yeah. We see this set forth in Leviticus chapters 23 and Numbers 28. Это Левит 23:28. We see all of the feasts coming forth. И числа 28 глава. Также мы видим там все праздники. And what is the period that we are traveling through right now? И какой период сейчас? В какой период мы живем сейчас? We see that we're approaching very closely to that time when I believe that Yeshua will return. Также верю, что очень плотно мы приближаемся к времени возвращения Иешуа. And as we look at this idea of the priesthood. И когда мы рассматриваем эту идею священства. We see also that there is a time coming. Видим также, что будет время, приходит время. When the great high priest. Великого пресвященника. Его возвращение. And do we have a good picture of that? И понимаем ли это, и возникает ли у нас такой образ? Okay, I need to move on. Let me just cover one other issue here. Хочу еще один момент упомянуть здесь. Concerning the idea of offering and sacrifice. В отношении этой идеи приношений и жертвоприношений. Okay, in Leviticus 17, verse 11. Левит 17:11. It says, for the life of the flesh is in the blood. Там говорится, что жизнь
души знаходиться в крові. And I've given it to you upon the altar to make atonement for your souls. Я даю її вам для того, щоб ви искупляли свої душі. For it is the blood that makes atonement by reason of the life. Потому что кров искупляет для жизни. From this we are not to conclude that there's some sort of magical power in all of this. І нам не слідує робити такий вивод, що є якась магія в цьому. But we do see that it was necessary. Но мы видим, что это было необходимым. In Romans, в Римлянам, послание к Римлянам, 3:25, God put Yeshua forward as the kapara for sin through his faithfulness in respect to his bloody sacrificial death. This vindicates God's righteousness because in his forbearance he has passed over with neither punishment nor remission the sins people have committed in the past. Okay. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию правды его в настоящее время. Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Okay, the word that would have been used here. И слово, которое бы могло быть здесь использовано. Is kapara. Kapara. Yeah. That which gives freedom from or that which is offered for sin. Это значит прощение грехов. This word appears twice in the New Testament in the Renewed Covenant scriptures. Такое слово появляется дважды в Обновленном Завете. In Hebrews 9:5. Ещё Евреям 9:5. It refers to the mercy seat. Где говорится о троне милости. Which covered the ark of the covenant in the holy of holies of the temple. Которое находилось было во святом святым, святом святых в храме. This is the place where the Kohen HaGadol. Это место, где Коген Хагадоль entered once a year. Входил однажды. Один раз в год на Йом-Кипур. To offer a sacrifice of the sins for the people. Для того, чтобы принести жертву за грехи народа. In this verse. И в этом стихе. It means the fulfilling of what is needed for sin. Это означает воплощение или совершение того, что нужно для того, чтобы избавиться от греха. It has that idea to cover and to wipe clean. Идея какая-то покрывается и также очищается, становится белым. And these two root meanings both express what God does when he accepts what Yeshua did. Можно сказать, это два основных понятия, что делает Бог, когда принимают Ишуа люди. Okay. This whole concept of the priesthood. И эта концепция священничества. Is maybe a difficult subject to talk about. Возможно, это трудная тема для разговора. But as we go through the scriptures, we need to, as I'm saying, we need to have a right picture. Но как я сказал ранее, что когда читаем Писание, должен быть у нас правильный образ, правильная картина. Okay. The willingness of Yeshua to offer himself. Желание Иешуа самого себя принести в жертву. So that we could be set free. Для того, чтобы нас освободить. It's one of the things he's talking about here. Об этом он здесь говорит. Okay. Let me just take a look at these notes here. The concept here again. І знову здесь така концепція. To get our thinking into a right format again. Щоб знову наше мислення вирівняти, щоб правильний формат сформатувати його. What am I going to do? Що я буду робити? In Micah 6:6-7. Якщо взяти Михея 6:6-7. It says, "With what shall I come before Adonai?" З чим я прийду перед Адонаєм, перед Господом? And bow myself before God on high. І що принесу
Shall I come before him with burnt offerings? Преклонюсь перед Богом, принесу ли я with young animals? Принесу ли я ему жертву всесожжения из животных? Will Adonai be pleased with even thousands of rams? Удовлетворит ли Адонай даже жертвоприношение тысяч овец? 10,000 rivers of oil? Или же может десятков тысяч елея? Should I give my firstborn? Son? Также нужно ли мне своего первенца принести ему? What should I do? Что мне делать? We see here this whole idea that there was a concept already in the covenant scripture. И мы здесь видим, что уже даже в Ветхом Завете появляется идея. That the offering of animals was not going to be enough. Уже существовала идея, что жертвоприношение животных недостаточно. That there needed to be more. Что должно быть что-то еще больше. And in Micah 6:8 we have an answer. И в Михея 6:8 мы находим ответ. Man, it has been told you what is good and what Adonai requires of you. Человек, тебе сказано, что добро и что Адонай требует от тебя. Just to do this. Просто делай это. To do justice. Поступай справедливо. To love mercy. Люби милость, дела милосердия. And to walk in humility. И также ходи смиренно, мудро перед Богом. God has never regarded sacrifices in themselves as capable of removing the guilt of sin in a permanent way. Бог никогда не думал, что жертвоприношения животных могут навсегда удалить грехи. But we do need to understand that concept. И нужно понять нам это. We can gather from Scripture that only those whose hearts are right can offer a sacrifice to God. Из Писания мы видим, можем понять такое, что только те могут принести жертвоприношение Богу, чьи сердца в правильном состоянии. Repentance, покаяние, prayer, покаяние, молитва, righteousness, праведность are all necessary preconditions. Это необходимые предпосылки для жертвоприношения. For an acceptable sacrifice. Для такого жертвоприношения, которое будет принятым. But they are not a substitute for it. Но в то же время эти предпосылки не могут заменить жертву. There are many in the church today. И много есть людей в церкви в наше время. Who I believe. Которые думают. Are putting too much reliance upon being good. Которые слишком много акцента ставят либо сосредотачиваются на том, чтобы быть хорошим человеком. And not enough attention to what Yeshua has done in giving his blood sacrifice. И недостаточно они уделяют внимание и замечают то, что Иешуа сделал, что делает кровь Иешуа. This idea has been true throughout the Tanakh. Эта идея во всем Танахе прослеживается. Not only at the beginning of Israel's history, but also at the end. Не только в начале израильской истории, но и в конце истории. If we look at the prophet Malachi. И также пророк Малахи. When he writes of messianic times. Когда Малахия писал о мессианском веке. When Adonai suddenly comes to his temple. Говорится, Адонай придет внезапно в свой храм. Along with the messenger of his covenant. Также с посланником своего завета. And this should be understood as Yeshua. Можем понять, что это Иешуа есть, этот посланник. It says in Malachi 3:1-4. То Малахия 3:1-4 говорится. Then the offerings of Judah and Jerusalem. What? Then the offerings of Judah and Jerusalem will be pleasant to Adonai, as in the days of old, as in the years long past. То тогда жертвоприношение, приношение жертвоприношения Иуды и Иерусалима будут приемлемы для Адоная, как в прежние дни. Okay, take a break. Перерыв.